какие-то отраслевые проекты, ну, там вот почти 40 их штук, значит, которые тоже сегодня реализуются или запланированы к реализации в рамках государственных программ Красноярского края, муниципальных где-то программ, которые продолжают деятельность с уровня программ государственных Российской Федерации. Значит, сегодняшняя наша задача – утвердить эти перечни как основу для нашей работы. Выбираем вот эти главные приоритеты, потом уже начинается конкурс конкретных проектов. Мы просто определили сумму и правила их использования. Говорим, 700 миллионов пойдет вот на дворовые территории. Пусть жители проявят свою инициативу, предложат свои дополнительные. Мы дорогу, карман там для автомобилей, а жители, например, там клумбу, озеленение там, детскую площадку, спортивную площадку, управляющие компании будут конкурировать. Тут ничего нет, что просто, что мы всегда делаем, назвать новыми словами. Это действительно обновленный подход. Проект «Безопасные и качественные дороги» предполагает развитие Красноярска уже не как города в его нынешних административных границах, а как гораздо более серьезного образования Красноярской агломерации. То есть на самом деле до 2025 года, а именно такая продолжительность этого проекта, предполагается изменить картину, транспортную картину, инфраструктурную картину как в черте города Красноярска, так и на основных магистралях в радиусе около 100 километров от города. Таким образом, скажем так, транспортные инфраструктурные границы города Красноярска до 2025 года они существенно изменятся, существенно расширятся. На период 2017-2018 год у нас мероприятия предполагают ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог в пределах 15-20-километровой зоны от города Красноярска. И, собственно говоря, львиная доля этого ресурса, который пойдет по программе «Безопасные качественные дороги», это будет около 1,5 миллиарда, будет направлен на приведение в порядок магистральных дорог и улиц самого Красноярска. Около 500 миллионов рублей, которые будут в этом году израсходованы на программу «Безопасные качественные дороги», предполагают ремонт тех магистралей, которые вызывают наиболее серьезные нарекания жителей в части возможности связать пригородные поселки и другие центры развития, пригородного развития с городом Красноярском. Развитие санитарно-авиационной помощи, на мой взгляд, требуется прежде всего в обновлении парка авиационной техники, в еще лучшей координации взаимодействия между районными больницами и краевыми многопрофильными учреждениями и в приобретении и в дополнительном финансировании вот этой помощи. И, собственно говоря, такая программа сегодня утверждается на уровне Российской Федерации. Она предполагает софинансирование субъектов Российской Федерации. Вот участие в этом проекте позволит нам примерно 170 дополнительных миллионов рублей вложить в развитие санитарно-авиационной помощи. Проектный подход, он на самом деле эффективен, когда нужно в определенные сроки добиться каких-то конкретных целей. И эти цели достигаются именно за счет того, что оптимизируется система управления, система коммуникации между участниками проекта. За короткие сроки, используя те же самые ресурсы, за счет такой вот оптимизации, получается добиваться каких-то там значимых результатов.